Привет! Если ты не жадина-говядина, успей поставить лайк под этим видео за 3 секунды! 1, 2, 3! Время вышло! Мама в лес однажды пошла, и там загуляла до темна. Ночью заблудилась и вдруг очутилась у избушки, и не одна. Кто-то пробежал там вдали, пауки вокруг все сплели. В избушку дверь толкнула, внутрь запорхнула, спряталась за шкафом в пыли. Только залезла мама туда, дверь распахнулась, и видит она аниматроник Рокси идет, и за собой мешок огромный прет. Вытряхнула весь мешок Рокси на стол, из него глаза посыпались прям на пол. Мама завизжала, метнулась к двери, но Рокси дверь возьми да и запри. Одним прыжком маму догнала, примотал к стулу и пошла. Друзей всех вызывает, на ужин приглашает, еда сама к ней в гости пришла. Но длинными ногами мама там распутала веревки по газам. Дала она оттуда Рокси уж с посуды, зашла и не поверила своим глазам. Если тебе понравилась эта песня, то кликай по крутым видео, которые ты видишь на своем экране. Подписывайся, ставь лайки и пиши свои комментарии. Спасибо за просмотр.